ти просто зараз, і він, можливо, якусь інформацію ще отримає. Від тебе. Ну, а ми спостерігаємо за виступом наступної гімнастки. Це Сільвія Мітєва, представниця Болгарії. Отлично выполнила, очень чистенько, на высоком полупальце. Как я и говорила вчера, что повороты должны выполняться на высоком полупальце. Это грамотно, это красиво. Очень много ошибок сегодня у всех девочек. Это прием обруча, он получается какой-то нечеткий. Я не могу понять, с чем это связано. Не принимает ни кисточкой, а обруч съезжает прямо на локоть. Такое ощущение, что не или опаздывает рука, или не концентрирует внимание, или он соскальзывает с купальника, на котором сетка и на котором камни. И от камней иногда скользит очень сильно купальнику. Это сложно. Опять-таки, ошибка. Ей нужно было немножечко среагировать раньше, сделать шире шаг, и она бы словила этот обруч. Ловля обруча. Также, когда она выполняла рыбку обратную, она немножко ее выполнила позже. И обруч уже падал, и только тогда она ее выполнила. И обруч был практически на полу. Она должна его в полете ловить. Тогда это выполняется намного чище и смотрится чище. Равновесие просто сорвало. Она на метр целый упала. І последній прийом обручу також був стиль. Але 90 секунд вправи позаду. Можна вздохнути? Можна зітхнути, так. Но она меня на самом деле удивила, потому что это очень стабильная гимнастка, она всегда в приличной форме и не похожа на нее. Может быть, сегодня у нее не было настроения или что-то болит, а мы об этом не знаем. Вот не было фиксации в равновесии. Нужно было на пасе постоять, как я говорю, и нам тренер говорит, 21-22, и выполнить равновесие в боковом 21-22. А было только раз мах, и все. Это не засчитывается. Судьи всегда смогут за это снять. Будемо очікувані наступної гімнастки, ну, а так Сільвія Мітєва дійсно трошки, бачимо по її обличчю емоції, далекі від радісних, але вона у нас ще низька оцінка, но, к сожалению, вона заслужила таку оцінку, тому що було дуже багато ошибок іменно на елементах, а елементи як мінімум стоять. Те, что она сорвала, это по 0,7, по 0,8. Это равновесие 0,5. И равновесие на пасе это 0,2.